Заря сенсационно обыграла «Атлетик» в Испании. Луганская «Заря» добыла неожиданную победу в Лиге Европы. Луганская «Заря» сумела сотворить настоящую сенсацию в Лиге Европы, сумев в Бильбао обыграть «Атлетик». После домашнего поражения в первом матче с номинальным аутсайдером группы Эстерсундом, вера в «Зарю» в матче с самым сильным по именам клубом группы «Атлетиком» была минимальной. Старт матча подтвердил опасения. Первые 15 минут «Атлетик» создал достаточно моментов, чтобы сделать счет разгромным, но один раз перекладина и несколько раз вратарь «Зари» Лунин не позволили игрокам «Атлетика» открыть счет в матче. Выдержав стартовое давление, игроки «Зари» успокоили игру, перевели ее в центральную ось, а потом неожиданно реализовали свой первый момент у ворот соперника. После подачи углового Харатин оторвался от опекуна и головой отправил мяч в ближний угол. Фактически этот момент так и остался единственным 100% у «Зари» в матче, а вот «Атлетик» до перерыва пытался на классе дожать гостей из Украины, а после перерыва и вовсе прижал «Зарю» к ее воротам. Но команда Вернидуба достаточно уверенно действовала в фазе обороны и выдержала финальный штурм соперника, сохранив свои ворота на замке и добыв первую победу в групповых этапах Лиги Европы. Благодаря этой победе луганчане поднялись на второе место в группе и в следующем туре примут во Львове берлинскую Герту. Атлетик, Заря 0-1, гол, Харатин, 26, Атлетик, Эрририн, Боведа, Эчеита, и Турраспе, 56, Ляпорт, Сабарит, Кордоба, 65, Сан-Хосе, Беньет, Акечи, 78, Вильямс, Рауль Гарсия, Адорис, Заря, Лунин, Апанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Харатин, Караваев, Силас, Гордиенко, 53, Андреевский, Лунев, Чичер, 83, Громов, Кочергин, 74. Предупреждение. Апанасенко, Андреевский, Гордиенко, Лунев. По материалам сайта newsgro.com.